Добрый вечер всем! Сегодня у нас 30 декабря 2022 года. Ну и мы сделали, наверное, самую последнюю покупочку в этом году. Вот, за этот год. Так, знаете, у нас уже надо было только докупить что-то на завтрашний день. В принципе, уже как бы и особо-то, ну так, знаете, по мелочам просто. Сегодня у нас такой был в Aldi магазине, видите, магазин Aldi. Было много-много-много скидок на все-все-все. Там и мясо были скидки хорошие по 30%, и мясо неплохое, и рыба, и креветки, что только не было. Но мы что-то уже это все брать не стали, потому что я тут сделала ревизию своих холодильников, морозильников, и пришла к выводу, что у нас все-все-все есть. То есть взяли уже только такое самое-самое необходимое, что, чего у нас нет. Что-то мясо у меня не естся в последнее время, не очень хочется. Ну, расскажу, что мы и по какой цене взяли. Первое, что, значит, я пошла купила, что мне очень нужно было, это вот такой, знаете, кофе, видите, в капсулах. Здесь 20 таких капсул, медиум это среднее, видите, из 10 шестерка. Вот, я... А, декофеина даже купила с декофеином. Хотя, вообще-то, я с декофеином не люблю. Но купила, ой, что-то даже не посмотрела. Ну, ладно, бог с ним, выпьем с декофеином. Это Жан-Люк, он, в конце концов, очень любит. Это 3,39 нам такое кофе обошлось. Вот, видите, шестерка. Ну, ладно, что. Выпьет. Он любит с декофеином. А дальше мы купили... Я купила вот такой, знаете, крем, так скажем, вот такой вот, видите, pH. Это для мытья рук, я его залью в мои вот эти, такие, знаете, ну, специальные, в общем-то, такие капсулы, где я мою руки. Вот, на мой взгляд, ну, немножко подорожал, он стал стоить €39, но, на мой взгляд, тут сколько литр, по-моему, в такой вот. А, нет, 750 миллилитров, ну, нормально. Раньше где-то 90 стоил, сейчас стал €39. Ну, ладно, что, нужен. Куда же деваться? Его выгоднее покупать, чем, знаете, вот в этих вот уже пластмассовых таких, как бы специальных. Вот. Поэтому купила его. Там у нас как бы более-менее недорого. Дальше купила, конечно же, вот это рикоре, знаете, это цикорий вот такой вот, видите. Вот тут 200 граммов. Тоже, кстати, подорожал очень сильно, на мой взгляд. Тут 200 грамм. Вот. Заплатила за него 3,89. Уже почти 4 евро. Дороговато. Ну, что делать? Тоже нужно. Ну, на месяц хватит. Мы его как-то так, знаете, не очень-то, как говорится, и пьем. Дальше купила я, вот, думаю, на стол, что ли, вот такие трюфели. 1 евро, 250 грамм. Вот. Не знаю. У меня, правда, уже классические трюфели. Ну, не знаю. Думаю, тоже вот надо, не надо. Что-то, знаете, ручки потянулись. Хотя сама-то, честно говоря, их и не ем. Но думаю, может, кто придет кого-то угостить. Собаки два вот таких паштета. Видите, купила 300 грамм. Один, значит, с... тут, ну, во. Это теленочек и валаль птица. И второй купила... Говядина и печень ему купила. Ну, это собаки. Тоже они немножко подорожали у нас. Они у нас стали стоить €19. Были где-то, ну, меньше евро. Ну, все равно собаке надо, надо. Вот. Но это подорожало еще раньше. То есть не сейчас, а вот еще раньше как подорожало, так в этой цене-то пока и стоит. Вот видите, что-то дороже, что-то дешевле. Дальше купила я крем-брюле. Вот такой, знаете, вот такой йогурт. Ну, как йогурт, как десерт. Вот тут 4, видите, такие штучки крем-брюле. То есть он вот так вот будет, ну, сахар потом подожжет, и у нас вот так получится. Там сахар есть к нему, как бы в нем. Ну, и, в общем-то, вот такой вот. Он был 30%. Я 2 купила. Заплатила за него, за 2, значит, 5,70. И €72 у меня был, на него скидка получилась. Ну, вот на эти 2, €72. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, неплохо. Вот, в общем, удачненько так и купила. Потом я купила еще ванильный такой, знаете, ванильный, тоже 30%. €14, но еще его, видимо, скинули. Он еще стал дешевле стоить. Что-то здесь не нашла в цене. Ну, в общем, тоже 4, видите, ванильный. Или глаз написано. Видимо, очень легкий. Видите, такой вот. Думаю, тоже скидка была. Чтоб не купить, купила. Вот, десерт.
Дальше. Потом было, знаете, со скидкой тоже 4 вот таких вот, видите, упаковки купила. Очень люблю этот мусс. Каждый раз показываю натуральный мусс, а он еще был скинут у него, видите. Он каждый стоит €42, да еще минус 30%. То есть, ну, вот так с удовольствием это все и купила. Сколько за него заплатила? Это, знаете, как бы взбитый крем, а взбитый, как взбитая сметанка получается. Ну, так, творожок, сметанка. Очень вкусный, очень, мне кажется, полезный, потому что он, в общем-то, без сахара, без всего. 400 грамм. Видите, и получился он тоже, все они, видите, дешевле. И получился он у меня... Я за 4 заплатила 5,68 за вот 4 упаковки по 4×4, 16 таких вот получилось у меня. То есть за все это 5,68 минус тоже €72 у меня. То есть вот так, видите, в общем, неплохо получается. Дальше купила еще жамбон вот такой, смотрите, тоже скидка была и тоже его взяла. Видите, вот такой жамбон. Его, ну, жарить надо. Там 4 кусочка, видите, вот такие вот. Вот. Сколько здесь? 400 грамм. 2 минуты обжаривается. Я купила 2, видите, тоже со скидкой 30%. Значит, я заплатила за вот этих 2 жамбона. Они стоили 9,42. А я, значит, скидка у меня получилась 2,82 от этой суммы. Вот. Дальше, ну, купили мы, не достала я, знаете, орешки вот эти арахисовые, 3 упаковки купили, вот, не достала, не знаю где они, по 82 каждая, 2,46 заплатили за них, ну, там грамм по 200, наверное, знаете, такие, ну, в общем-то, не знаю, сейчас, если я их найду, покажу вам, господи, мою кухню, вот таких вот 3, боже, все показала, а, вот, видите, вот таких 3, соленые поджаренные орешки, вот сколько там они, в принципе, видите, неплохая у них вот б, сколько здесь грамм, не знаю, 250 граммов, видите, одна такая стоит, одна упаковочка, это к аперитиву Жанлю купил, одна стоит 82 сантима, мы заплатили 2,46 за 3 таких упаковочки. Вот что еще купила, ну, авокадо. Авокадо. 2 авокадо. Написано мюр. Спелых авокадо стоит 2,19. Вот видите, вот такую коробочку купила. Думаю, ладно, может так вот разрезать, просто как салат. Видите, какие мягкие. Все в коробочке тут они. В общем-то, вот так вот. Чили авокадо. Написано, что они должны быть спелые. Чилийские. Вот, купила 2. Дальше, что мы купили? Жанлю купил себе за 3,19. Вот такой сыр, видите? Вот такой сыр из французского, опять же, молока. Вот все это. Здесь сколько у нас граммов? 280 граммов. Вот он купил. Ну, вернее, я ему выбрала. Он говорит, выбери что-нибудь для меня. Ну, и вот такой еще купил. Он его любит, тоже французское молоко из во Франции. Причем одна и та же фирма, видите, одна и та же фирма. 200 грамм. Вот такой сыр. Он его любит. Сколько же он заплатил за него? 2,49 за вот этот сыр заплатил. Ну, в общем, нормально. Я считаю, неплохо. Нормально. Вот. Дальше, как обычно, я жамбон купила. Вот 4 таких, видите, кусочка жамбона с французский, видите, с французской свинины. В принципе, они неплохие. Видите, какие хорошие жамбоны. Здесь 180 грамм. Две упаковочки я купила. Они, конечно же, подорожали, стали дороже раньше. €70 с чем-то стоили каждый жамбон. Сейчас 2,49 стоит. Вот, каждый жамбон. 4,98 у меня вот и получилось за них. Мандарины 1,5 килограмма. 2,29 купила. Видите? Мандарины. Наверное, испанские. Я почему-то думаю, не вижу, откуда они. Вот, 1,5 килограмма, видите. Клеменвиль. Варите Клеменвиль. Испань, да, испанские, видите. Ну, вот такие. Все-таки, значит, сейчас хочется и мандарины. Ну и все. И вот это мне все обошлось.
Вот видите, все так 45-31. Я считаю, не очень дорого и очень так, это, знаете, довольно-таки корректненько все у меня получилось. Потом, знаете, зашла еще в один магазин, у нас называется Жифи магазин. Ну и вот таких два, видите, купила пледа. Таких, знаете, думаю, может, собаки, что ли, новые пледы. Ну, думаю, может, небольшие они совсем такие, знаете, ну, простенькие пледики. Вот, они стоили... Вот, заплатили мы за 2,658. Вот, и нам еще сделали скидку, значит, 3,29. То есть сказали, что вот 3,29, сказали, что если, ну, там, в течение 2 месяцев мы захотим что-нибудь купить, не знаю что, и нам скинут вот эти 3,29, то есть нам это будет как бы скидка вот эта вот, то есть они нам обошлись 3,29, но пока эти 3,29 у нас еще как бы, ну, лежат на нашем счету, вот нам так сказали, то есть можно будет что-нибудь купить в течение там, ну, допустим, вот этих 2 месяцев. Ну, вот так вот. Вот все, что мы купили с Жан-Люком, все, что нам как бы не хватало. Завтра он еще пойдет, сходит и купит устрицы к Новому году. И все. И будем отмечать Новый год. То есть вот так у нас все скромненько, как говорится. Последняя закупочка. Ну, что делать? Такая небольшая. Ну, пока-пока. Спасибо за внимание. Ну, и до завтра.